Анечка! Привет! Аня, доброго ранку! Я чому зразу... Господи, я не можу це... Найкрасивіше всього, чи Україна, Росія? Я знала. Лос-Анджелесу. Я хотела, що Одесса, привет! Чудово вам. Доброе утро вам всем, спасибо большое, что пригласили меня. Собственно, да и такой анонс... Да ты просто Крина же чекала. Да я знаю, вы так меня анонсировали, что я уже сидела, волновалась, говорю, Марк, Крина, так. Ну что у вас, рассказывайте. Я видела ваши сумасшедшие эфиры. Мне, я так горжусь вами вообще постоянно. Дякую. Когда смотрю, думаю, такого не делает никто, конечно. Ну, не впозорилися. Ты плеяду ведущих подъемов. Слушай, я горжусь, а мне кажется, что сейчас у подъема вот такой вот вообще рост. И мне кажется, что вообще лучший вообще, что может быть. Ну все, так, на вопрос. Девчонка вчиться, бачите, є куди сховати. Анечка, я живу просто с Вардой. Варда меня вас научила, как чемпионка мира по стриптизу. Девчонка, куда прятать деньги? Доброе утро. Анечка, ты до нас... Тяжелый вопрос, потому что уже запуталась. На самом деле, ты сейчас... до нас виту. Да, я абсолютно человек мира. А сейчас, по-моему, я прилетела к вам из Харькова. Потому что у меня был в Харькове сумасшедший совершенно концерт. Потрясающая публика, огромное количество людей пришло. Харьков, привет, я теперь влюблена в ваш город. Теперь вы меня оттуда не выгоните. Я буду все время приезжать с концертами. А потом до этого... Просто 1000 подписчиков. Разместить, нам нужно еще буквально пару моментов. В чем секрет? Який главный секрет, але, можливо, ты скажешь інший? Нет, на самом деле, главное быть откровенным и постить реальную жизнь, потому что очень многие постят какие-то глянцевые фотки, которые там, типа, я такая, такая, такая. То есть у нас, ну, как бы, у меня реальная жизнь. Я признаю, что я там... Анечка, да. Але я попросила вас. Вот, бачите, Слава, погано. Нет. Кожен гіпс, так як Джекі Чан, більшість зірок голівудських. Да. І треба отак от встати і прямо. Я поняла, да. Сейчас. Давай. Не, я знаю, ви неправильно делаете все. Знаєш, у вас як звезди все, знаєш, которые на Алеї Слава, они должны, они смотрят так вот, каким-то такой позі смешно. Я не буду так делать сейчас. Хорошо. Так. Давай. Сейчас. І добре притисни, поки вона не застигла. Ти уверена? Да. А давай. Я останусь навсегда у вас этим тазиком здесь, да? Якщо ще 2 хвилини і так. Коза Ностра. Давай. Так. Є. Сильніше думаєш, що я так слухаю. Спасибо, ти такий. Славно. Давай, бо ти... Слава нас добре, своєю добротою від... Не вийшло, нічого. Це трошки, давай, зараз. Чекай. Застигли. Зараз він оформить. Саня, піди, оформить. Зараз я супер, тримай. Зараз він підпише. Я зібралась к вам все время, потому что мы просто не успели. Мы хотели презентовать мою новую песню, которая называется «Между нами». И, собственно, которую мы сделали с Джеем Сандером. И, ну, мы не успели чуть-чуть, потому что не сложилось, поэтому что ж, я надеюсь, Анечка, что через месяц... Анечка, так давай подивимося твій кліп. У нас є твій кліп. На пісню «Удалі». Ой, можливо, це через те, що в тебе стільки зараз подій сталося. Ти, ну, знають, вже вся країна, ти розлучилася з чоловіком. У тебе були певні конфлікти з Сантою. Да, господи, нічого, мені на самом деле все замечательно в этой жизни. Кроме этого полотенца, которое мы сейчас выкинули, его нет. На самом деле все замечательно и вся жизнь прекрасна. Я абсолютно счастлива в статусе свободного человека. Ну правда, я испытываю. И будь-який мужчина может в принципе до тебя посвататься. Не, ну, не будь-який, конечно, он только самый лучший. Який? Ты можешь описать, який это самый лучший мужчина? Самый лучший — это яркий, и он должен быть яркой личностью, он должен быть очень заботливым. Ну, на самом деле не так-то важно, потому что у меня в последнее время как-то, ну, по-разному вообще выходит. Ну, як це, ну, скільки? Від 30 до 60, від 20 до 40? Да нет, мне кажется, возраст вообще не важно. Важно, что тут в голове и в то, чтобы он заботливый был, чтобы, не знаю, я, что? Ты заботливый? О, важный, добрый. Ты двери открываешь? Нет. В машине. Нет? Все. Не знаю, все кончено. Наша ты меня спалила? Правда, Слава, це правда. Нет, ну, таких, знаешь, не знаю, мужчин, с которым интересно есть о чем поговорить даже, это очень важно. Потому что, знаешь, как бы, мне кажется, есть такая крутейшая поговорка, которую я безумно люблю, она называется «Если ты чувствуешь, что ты самый умный в комнате, значит, ты ошибся комнатой». Поэтому у меня сейчас безумная жажда всего нового, новых эмоций, чувств, знаний, кохання, творчества, любви. Я вот такая вот вся, поэтому на самом деле... Я абсолютно щаслива зараз. Ну, я тобі скажу, ще один твій прихильник, який теж мріє отримати твоє серце, це Саша, він вже... Я насправді закінчив, але... Спасибо большое, це так приємно, давай же вже спішусь. Я пишу, Аня, вибачте, будь ласка, ну, вибачте. Я якось сліпив, ліпив. Схоже? Давайте розпишемо. Обережно. Ну, мені кажется, що... Да, кстати, розмір мой. Як ти знав? Ну, я знаю. Так, що ти... Ми чогось не знаємо. Ви бачили, що вони зробили? А що не доробив?
Що не доробили? Чого не вистачає? Давай, що не зробили. Бо тебе не вистачає. Так. О-о-о! Зараз ми його оденем. Так, це такий бюстгальтер вдягається. Конечно. Дизайнерський бюстгальтер від Ані Сідакової в прямому ефірі програми «Підйом». Я ж дизайнер одежди или не дизайнер одежды? Ти дизайнер одягу? У мене ж своя торгова марка, конечно. Анечка, до речі, про одяг. От всіх стурбувало твоє вбрання на церемонії вручення премії Муз-ТВ. Ну всі обговорюють, ну пробач, ну ми не можемо не запитати. Ні, насправді просто це була дурацька фотографія, яка чомусь платье дуже красиве, а це ще нічого. Ну просто воно як-то так вітер подув, ну не фотогенічне. Анечка, от я надивилась на фотографію, і я розумію, що я також хочу мати таку. Це Майкл Костелло. Дизайнер дуже крутого, насправді, дуже любила. Второе платье, яке було там же. Ну, воно було там, ткань просто совершенно друга була, вона світилась, така була, переливалась. Ні, не знаю, мені собі сподобалось. Чи то на ніхто ще про Муз ТВ не сказав ні слова. Мені вже як-то була плоха. Знаєш, на самом деле, після, ну, как, понятно, що я человек, я не отрицаю этого. Это самое главное мое качество. То есть правда относится да. Раз, а во-вторых, когда он умеет подниматься. Поэтому тысячи людей, поэтому я знаю, что там, я иногда пишу с ошибками или еще что-то делаю, но меня за это люди любят, поэтому... И сегодня... Сегодня жартовала, посмехалась и несла да. Позитив, насправді, всем утро, такой я, да, поэтому я обязательно обещаю вам прийти с премьерами новой песни. Ждіте. Нові костюми. Що, завтра ми повернемося в цю студію, як завжди, о 6:45. А, до речі, в п'ятницю ми будемо вести прямий ефір зі співочого поля, тому всі бажаючі кияни можуть до нас приєднатися. Па-па-па-па. Аня, давай ще така. До завтра.